Всем привет, это канал Детский эфир. Я ее ведущая, Аделя Берсугурова. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Яна. Красивое имя, а сколько тебе лет? 7. Ну, ты в принципе взрослая, а в каком классе ты учишься? С первым. Ага. Сегодня у нас на канале День счастья, и мы дарим презенты Happy Box. Позволь, я задам тебе несколько вопросов. Ты готова? Да. Итак, какие бы три вещи тебе хотелось сделать на каникулам этим летом? Я хочу с собакой с мамой погулять. А еще? И с мамой на море съездить. Ну, это хорошие вещи. А ты заботишься о родителях? Да. А как ты проявляешь свою заботу? Помогаю маме убираться. Молодчина. Представь, что весь день ты можешь провести на свежем воздухе. И можешь взять с собой 3 человека. Кого бы ты взяла? Маму, сестренку и папу. А почему именно их? Потому что я их люблю и с ними всегда гуляю. Молодец. А как зовут твою сестру? Ксюша. Красивое имя. А ты любишь мечтать? Да. А если не секрет, о чем ты мечтаешь? Я мечтаю о кошке. Какая милая мечта у тебя. Вот, спасибо тебе за хорошие ответы. Это тебе. Посмотри, что там. Подари это маме на 8 марта, и она будет выполнять задание каждый день. Хорошо. Пока. Пока. Бусинки для счастья.